кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Сегодня у нас пятница, и был привоз орхидеечек несколько часов назад. Это Леруа торгового центра Космопорт. Два стеллажа, и вот на этом стеллаже орхидеечки многие, ну практически все с подписанными горшочками. Стоит много Black Stripe'ов. Тарина много стоит. Вот эти красавцы, их тоже много. Я сначала подумала, что это Golden Leopard, но он немножко другой, по-моему. И, ну, во всяком случае, он подписан как Юпитер. Вот такой вот чудесный, яркий-прияркий Юпитер. Вот эта красотка подписана как Сантандер. Немножко у нее цветочки в разные стороны смотрят. Так, а вот этот красавчик кто? Он, по-моему, Кастор. Не знаю, как правильно ударение ставить, то ли Кастор, то ли Кастор. То ли, может быть, слово не дописано, такое тоже возможно, не исключено. Ну, вот он, хорошенький. Так, и стоит Корал. С довольно здоровенными листьями. Кораллов тоже много. Там вот наверху вижу, на самом верху, то ли претория, то ли жемчужина. Это надо уже поближе рассмотреть. Здесь также стоит... Так, а где он? А, его... А, его забрали. Ладно. Так, так, так. Вот этот я вам показала. Ну, это... Вот только сейчас вот читал название Стелленбош. Хотел сказать, это многим известный Стелленбош. Я его различаю вот по этим вот беленьким вот пятнышкам у колонки. Потому что очень много таких вот цветов. Вот, например, вот здесь такой же фаленопсис, такого же цвета, но у него уже нет этих беленьких штучек. Так, тут красный. Очень похож на мантрю, по-моему. Но, по-моему, у него уже не подписан горшочек. Корешочки отличные. Нет, подписан. И да, это мантрю, я не ошиблась. Меня радует, что я не ошиблась. Потому что обычно... Вот он какой красивый, без упаковки. Обычно я забываю это название. У меня у самой нет его. И как-то... Как-то я не особо горю желанием его иметь, но фаленопсис очень красивый, ну поэтому я забываю его название, что это мантрё. Ну, Black Stripe, конечно, потрясающий, Black Stripe и Юпитер очень-очень яркие, очень красивые. Так, а вот он внизу, сейчас посмотрим, что на нем написано. Так, претория. Претория. Вот она, красотка, крупноцветковая. Эти фаленопсисы стоят 755 рублей. У них высокие, высоченные цветоносы. Ой, тут еще один Black Stripe, еще ярче, еще чернее полоски у него. Ну, Black Stripe так и переводится, как черные полоски. И здесь много Юпитеров тут нанизу. Так, беленькие, кстати, вот эти вот с желтой губой. Так, сейчас скажу, кто это. Только что прочла, сейчас скажу. Такой большой кустик. Большой, огромный кустик. А, это Кембридж. Вот этот красавец. Что-то камера не хочет фокусироваться на нем. Так, ну, подойдем к другому стеллажу. На этом стеллаже орхидеечки уже другого плана. У них цветоносы пониже. Это, ну, и фирма другая, и растения такие уже взросленькие. Ну, такие вот, можно сказать, между взрослым, подростковым и взрослым периодом. Возрастом, вернее. Ну, и здесь в основном... Вот такой вот расцветки фаленопсисы стоят.
среди них я могу опознать. Денвер. Цветоносы у них пониже, чем у тех, что на том, на предыдущем стеллаже. И вот такие красотки. И они стоят 698 рублей. А на низу стоит одна вот такая вот красавица. Не знаю, кто это. Так, нехорошо отсвечивает. Но она такая желтоватенькая. И вот такие вот еще фаленопсисы стоят. И, по-моему, один единственный вот этот красотун. Так, сейчас я точно не буду называть название, чтобы не запутаться, потому что их различать. Вот у него такой широкий кант, не окрашенный. И вот я не помню, это у кого из них, так, у Манхэттена или у Формейшена, или у Розового Дракона, у кого-то из них губа не окрашена, вернее, не пятнистая, а у этого и губа пятнистая, только вот есть кантик. Так, здесь вот в основном такие фаленопсисы, ну и белые, и с желтенькой, и с красненькой губой. Так, очень много цветов привезли. Еще привезли сегодня камбрии. Вот такая красотища крупноцветковая. Они стоят, так, идут, видимо, как орхидеи микс, и стоят почти 900 рублей. Тут вот красотки две еще в бутонах. Будет что-то потрясающее, желтенькое, с коричневыми пятнышками. Вот они, свеженькие. Свеженькие, красивенькие. Пока еще не замученные. Вот тут анцидиумная группа. Ай, какая красота. Так, хотелось бы достать из пакетика, конечно, цветочек. Как костерок. Коричневато-красная. Бурагиара. Нелли Айлер или Нелли Ислер. Кто как произносит. Еще такая вот красавица. Далековато. Далековато от камеры цветочек. Что там еще есть? Вот такая вот крупноцветковая. Ой, какие здоровенные цветы. Так, вот как ее повернуть, а? Ох, какие у нее здоровенные цветы. Огромные цветы. Ну, полторы бульбы. Еще чье-то перышко. Так, ну а рядышком это все так и стоит. Стоят прошлые, очень прошлые привозы. И, по-моему, как Solid Gold привезли еще пиратиков. Пираты Пикаси. Пираты Пикаси. Попугайчиков. Вот они, попугайчики. Мария Тереза. Недокрашенный попугайчик. Они далеко уже от меня. Так, да, как Solid Gold, 3333 рубля они стоят. Мне казалось, что еще привезли и минички. Ну, что-то я не вижу их. А вижу только минички вот с прошлого привоза. Буквально, который был на днях. Они тут стоят. Ну, буду заканчивать, стоя на них, свой обзор. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. Подписывайтесь на каналы, на YouTube, на Дзен. Обязательно ставьте лайк. Заглядывайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочку на нее найдете под видео, в описании. И всем пока. До новых встреч.